Все молодые родители знают, насколько важна качественная и удобная обувь для ребенка. Только приобретать такую обувь для малышей в сомнительных магазинах, а тем более на рынках, небезопасно. Для детей в возрасте от года существуют специальные ортопедические ботиночки и сандалии. Такая обувь помогает сформироваться здоровой детской стопе. Следует понимать, что правильная обувь – это ортопедическая обувь. Ее основными признаками являются жесткий задник и подошва. Именно они закрепляют детскую неокрепшую стопу в правильном положении. Без такой обуви у ребенка может развиться плоскостопие или косолапие. В профилактической обуви существует наличие небольшого супинатора. Это тоже очень важно, небольшого, потому что в обуви, которая продается на рынке, есть супинатор из поролона. Этого быть не должно. Он бывает разный, большой, маленький, этого недостаточно. Своды начинают формироваться у ребенка где-то к 6 годам. Тогда уже обследуют стопы на предмет плоскостопия и подбираются либо опять обувь со стельками, либо стельки, кому что подходит. Такую болезнь, как косолапие, до недавнего времени лечили тем, что обували правый ботинок на левую ножку ребенка, а левый на правую. Но технологии шагнули вперед, и учеными была разработана специальная выгнутая внутри обувь. Однако носить специальные ортопедические ботиночки специалисты советуют не только детишкам, у которых стопы деформированы, но и здоровым для профилактики. Особых каких-то проблем с ножками нет, но чтобы пока растет ребенок, чтобы поддержать ножки, и подобрали очень хорошие, уже не первую пару, обувь. Мы в ней ходим в садике, мы в этой обуви ходим дома, мы берем и осеннюю, и зимнюю, то есть в этой обуви мы ходим уже достаточно долго. Всем детям ортопедическую обувь назначают, как правило, на 3 месяца. Ее необходимо носить там, где ребенок находится большую часть своего времени. Так, например, многие родители надевают такую обувь на своих чад, когда приводят их в детский сад. Также всем детишкам специалисты советуют делать массаж стоп и заниматься лечебной физкультурой. Следует помнить и о благотворном влиянии ходьбы босиком по траве. Если соблюдать эти несложные советы, ребенок никогда не будет знать проблем с ногами. Ортопедическая обувь, корсеты, стельки, компрессионный трикотаж, трости. Ортопедия плюс. Улица Пограничная, дом 2, телефон 2 519 619.